многие вещи в мире прекрасны, но люди, большая их часть, ничтожны, опасны. Поэтому им жалеть о жизни не стоит. Кто умел жить, сумеет и умереть. Желать приятно и быть желанным еще приятнее. Быть желанным. Человек, что ему выгодно, в той верит. В этом его философия счастье мерит. Желать приятно, но опасно. Не грусти, все трудное впереди. Не грусти, все трудное позади. Живи как можешь, будь просто человеком. Живи как можешь, просто будь человеком.